у меня лютая профдеформация, потому что я начала работать со 2 января, а все остальные до сих пор отдыхают. А мне уже надо, чтобы вместе со мной поработала моя команда, которая благополучно отдыхает до 9 января, как и все люди нормальные. Я нахожусь в прима-картинге. Это, кстати, проект, который ведет мое агентство с недавних пор. И в целом я очень рада. Я очень рада тому, что у меня есть возможности для реализации. И раз уж у нас до сих пор Новый год и новогоднее настроение, я желаю каждому из вас, кто смотрит это сторис, самореализации в наилучшем виде. Если вам кажется, что вас где-то недооценивают, то мне кажется.